Замечательного, уникального проекта «Антология традиционного фольклора народов Прикамья», которая стала текстовым дополнением к аудиоциклу из 6 дисков, которые вышли немного раньше. Голоса 6 народов, которые проживают в Пермском крае. Это голоса коми пермяков, удмуртов, марийцев, башкир, татар и русских. Гости, в которых бы мы не бывали. Где-то мы бывали несколько раз и много раз. И достаточно редко бывает такая возможность в городе Перми в зале собрать столько много гостей, с которыми мы встречались на протяжении многих и многих лет. Всех вас, всех нас, что у нас появилась антология традиционного фольклора народов Прикамья. Thank you.